Благодарим вас за ожидание. Давайте начнем. Всем спасибо, но у нас больше нет времени для ответов на вопросы. Спасибо. На такие матчи игроков не нужно настраивать, они и сами все понимают. Смотрите EA TV и узнаете, получится ли у них достичь цели. Отличная погода у нас, отличный стадион, все условия для того, чтобы и матч получился на таком же уровне. Комментировать матч сегодня будут Георгий Черданцев и Константин Генич. Вашему вниманию 1/8 финала Кубка, где играют. Классный матч мы сегодня увидим, Константин. Чувствуешь, в каком напряжении стадион? Все, кто болеют за хозяев, понимают, какой важный матч впереди. Когда ты выходишь на поле против явного фаворита, есть только один шанс пройти дальше. Отдать все, что у тебя есть, и сделать это столько раз, сколько понадобится. И уже вблизи своих ворот мяч им удается перехватить вовремя. Хозяева поля сегодня в таком составе. Состав гостевой команды. Идет вперед. Отличный удар. Вратарю просто повезло, что мяч пролетел мимо. Нельзя терять мяч в такой ситуации. Теперь их за это наверняка накажут. Отличный момент есть. Вытаскивает мяч голкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Он явно рассчитывал на больше. Где мяч? Не прошел к воротам. Это аут. Здорово сыграл в этом эпизоде. Умно и четко. В основном только о нем мы говорили перед этой игрой. Связано это с тем, что ходят слухи, будто текущий сезон последний для него. Да-да, поговаривают о завершении карьеры. И, конечно, это спровоцировало очень много различных реакций. Если слухи эти окажутся правдой, то это, конечно, будет крайне ощутимая потеря для клуба. Все-таки сейчас он один из лидеров команды, который в последние годы не давал поводов усомниться в своем высочайшем уровне мастерства. Хороший был удар. Вратарю повезло, что мяч пошел выше. Не стал давать свисток арбитр, прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Не стал судья останавливать игру, преимущество сейчас у них.
Здорово мяч у них ходит, и соперник никак не может его отобрать. Атака флангом, и впереди свободная зона. Нужно забивать! Какое спасение! Здорово играет голкипер. Из хорошего положения наносил удар соперник, но вратарь молодцом. Мяч летит в центр штрафной. Удар головой, и вратарь играет здорово. Здесь сколько угодно можно подбирать эпитеты к игре вратаря, но он сыграл действительно превосходно. Мяч все ближе к воротам. Атака продолжается. Пенальти дает судья. Очень странное решение арбитра. Он показывает на 11-метровую отметку, а почему-то карточку не достает. Ну, наверное, посчитал, что пенальти достаточное наказание вот за этот фол. Ну что, нужно забивать и открывать счет. Удар в пенальти, гол! Еще раз пенальти давайте посмотрим. Классно, он развел голкипера и мяч по разным углам. Один ноль. Сейчас будет веселее. Он обыграл соперника. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Мяч у них на чужой половине. Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Хороший обостряющий пас. Отличный отбор мяча. Положение вне игры. Хорошо двигается с мячом. На дальнюю идет. Теряет атака мяч. Штрафной вынос. Перехвачен мяч. Отличный высокий прессинг. Уверенно сыграл вратарь.
штрафную подачи. И есть там кому сыграть. Но слишком близко к вратарю был мяч, и дальше его рук не пошел. 3 минуты будет добавлено. Судья все видит, но дает атаке продолжиться. Судья дает свисток на перерыв. Первый тайм закончен. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Атака прервалась на подступах к штрафной. Тут его накрывают. Много мы слышали разговоров и слухов о готовящемся трансфере, а теперь точно можно сказать об этом, как о состоявшемся переходе. Удача во время этого трансфера была полностью на их стороне. Игрока они взяли за откровенно небольшую сумму для его потенциала. Это серьезная была заявка на гол, но защита не спит. Как по мячу хорошо приложился. Еще бы поточнее это исполнить. Мощно пробил он издали, но мяч прошел совсем не точно. Активная оборона это явно не про них. Они ждут, когда соперник начнет сам что-то предпринимать. Мяч они отлично держат, но поможет ли это им сравнять счет? Здорово он мяч отдал. Хорошо оборона себя проявила сейчас. Мяч сохранен, и из этого может получиться что-то опасное. Нужно забивать! И судья указывает на точку. Хотя бы обошлось без карточек в этом нарушении. Давать желтую здесь было не за что, по большому счету. Ну а красной речи и вовсе не идет. Готовится сделать замену наставник команды. Если сейчас забить, сопернику будет очень сложно отыграться. И это гол с пенальти. Смотрим повтор. Угадывает здесь голкипер направление удара, но мяч проходит точно над ним. Мог бы быть героем. Пришло время выпустить свежего игрока на поле. 2-0 счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит. Можно продолжать игру.
Здорово играет вратарь. Самое скопление игроков, угловой подан. Угловой будет после этого выноса. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Сергей Милинкович Савич. Пас на партнера. Этот гол означает, что осталось забить всего один, чтобы спасти эту игру. Времени остается немного, но они постараются. Повтор гола. Очень хороший пас с откатом назад у него получился. И здесь остаются, конечно, вопросы к голкиперу. Мне кажется, не совсем верно была выбрана позиция в рамке. Игра возобновляется, счет уже 2-1. Пас тут получше отдать стоило. Отбор мяча на чужой половине. Реализуют ли они этот момент? С мячом вперед он идет. Хорошая атака могла получиться, но не смогли они удержать мяч. Уходит мяч за боковую линию, совсем не обязательная потеря. Свежий игрок войдет в игру. Сергей Милинкович Савич. Сергей Милинкович Савич. Сравнивать счет. Гол. Они отыгрывают разницу в два мяча. Теперь можно подумать и о победе. Смотрим еще раз этот классный индивидуальный проход, который завершился не менее классным голом. Да, в дуэли игрока с вратарем последний потерпел фиаско. Вот так на этот очень важный гол реагирует тренер. Они сравняли счет на табло 2-2, и остаток матча обещает быть интересным. Впереди еще 10 минут. Неточный пас и перехват. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Мяч в сетке, не понимает соперник, что происходит. Только что вели в счете, а теперь уже проигрывают. Удивительный матч. Ну вот так он почти в одиночку разобрался с обороной соперника. Индивидуальное мастерство, помноженное на техническое исполнение. Браво. Мы видим эмоции тренера. Этот гол, конечно, поднял ему настроение. Вот это поворот в нашем матче. В концовке все-таки получается команде выйти вперед. 5 минут есть у команд до конца основного времени. Из этой атаки что-то может получиться. Они отстают всего на один мяч и очень хотят сравнять счет. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Это контратака. Может получиться опасно. И мяч.
мяч перехвачен. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Атака развивается через фланг. Пока что его никто не встречает. Ну вот и все. Судья дал финальный свисток. И нам остается только поздравить команду с выходом в следующий раунд плей-офф. Матч получился что надо. Много голов с обеих сторон. И дальше прошла команда, которая пропустила на один мяч меньше. Именно слабая игра в обороне с обеих сторон стала главным событием в матче. Перед следующим раундом плей-офф стоит над этим поработать. Он отыграл сегодня великолепно. Все получалось на поле. Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог команде одержать сегодня важную победу, а он сам пополнил свой голевой запас. Для начала хочется поблагодарить вас, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо за ваши ответы. Сегодня мы будем смотреть очень интересный матч. До стартового свистка осталось совсем недолго, скоро все начнется. Смогут ли они решить эту задачу, вы узнаете на EATV. Вечер всем, кто решил провести время на футболе. Как обычно, сегодня для вас в роли комментаторов Георгий Черданцев и Константин Генич. Смотрим мы сегодня трансляцию матча чемпионата. Только послушай стадион. Кажется, нас ждет отличная игра, иначе и быть не может в такой атмосфере. Очень хорошая игра у нас сегодня может получиться. Ничто этому не мешает. Вот и все. Опасная атака, но благодаря перехвату она закончена. Следующий состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Мы видим состав команды гостей. Свободная зона на фланге, можно идти вперед.
Почему бы не забить? Счет открыт, он реализует свой момент и забивает в самом начале матча. На повторе хорошо видно, что никаких проблем в этом моменте у нападающего не было. Он был близко к воротам, вратарь и защитники отыграны, и оставалось только пробить точно, что он и сделал. Радуется тренер. Пока все складывается для его команды удачно. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Надежно играет в отборе и соперник без мяча. Сергей Милинкович-Савич. И на месте голкипер. Мяч в игре, хорошо исполнено. Отлично сыгран. Мяч потерян. Сейчас внимательнее с мячом, они уже на чужой половине. Сергей Милинкович-Савич. Гол! Он еще раз использует свой момент и забивает во второй раз в этой игре. Хорошо, на повторе видно, как здорово он обыграл защитника. Да, каков завершающий выход один на один. Просто классика футбола. Вратаря как будто и не заметил. У тренера все хорошо. Его команда не замечает сопротивления соперника на поле. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Классный отбор и соперник без мяча. Офсайд. Боковой судья поднимает флажок. Голкипер справляется с ударом. Мяч летит в центр штрафной. Пересек мяч боковую линию. Пришло время замены. Тренер решил внести свои коррективы в игру. Мяч у них на чужой половине. Он обыграл соперника. И с ударом! Это уже шанс, это уже надежда. Осталось забить всего один гол, чтобы вытащить эту игру, которая казалась проигранной. Сейчас они пойдут вперед. Отлично он обыграл защитника. Еще раз гол посмотрим. Да и еще раз обратите внимание, какой шикарный удар в притирку к штанге. Ну и голкипер здесь, конечно, не лучшим образом играет. Счет 2-1. Нужно забивать! Ну какой же он момент сейчас упустил? Очень-очень верный шанс сейчас был забить.
Такой момент. Ну как же так? Вышел один на один и не смог попасть в створ. Жахнул, что есть силы. Вот только точности этому удару не хватило. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Через одного игрока атака сейчас развивается. И вот удар. А это серьезно. Они забивают еще один мяч и уходят в отрыв. Очень хороший мяч получился. Практически в одиночку он эту атаку создал. Протащил мяч и не стал никому отдавать передачу. А мог ведь. Но мне кажется, он верно все рассчитал и взял ответственность на себя. Хорошее настроение у тренера. У его команды сегодня все получается. Классно идет вперед. Очень хорошо он играет. Сейчас спас команду защитника. Время для хорошей контратаки. Сергей Милинкович Савич. И есть куда бежать ему дальше. Очень надежно вратарь сыграл сейчас. Опаснейший момент вытащил. Классный момент был, чтобы забить, но надежно сыграл голкипер и спас свою команду. Центр штрафной, пошла подача. Все правильно, выбит мяч у штрафной. И на месте голкипер. Еще один угловой. В центр штрафной подан мяч с углового. Он классно играет в прессинге, мяч перехвачен. У него хорошая реакция, это был очень опасный удар. Рикошет, мяч уходит за пределы поля угловой. Здорово защитник выносит мяч. Не дал сопернику довести атаку до завершения. И первый тайм завершен. После 45 минут гости ведут в счете. Очень качественный футбол они показали в первой половине матча и смогли наколотить ворот соперника прилично мячей. Теперь на вторую половину у лучшей защиты лиги одна задача. Не дать сопернику отыграться и довести матч до победы. Второй тайм начался. Хорошо играет в отборе. Есть у него с кем сыграть в атаке. Удар! Прекрасный гол! Еще раз гол посмотрим. Отличный пас предшествовал взятию ворот. Ну, нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса. Блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась. И похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворот. Игра продолжается. Счет 3-2. Сергей Милинкович Савич. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Мяч в штрафной. Мяч в воротах. И теперь сопернику придется еще сложнее. Разница в счете стала больше. Отличная техника у него. На повторе видно, как он здорово обманул соперника и отдал пас.
И абсолютно зрячий завершающий удар с такого расстояния, с которого обычно мячи не берутся. Классная комбинация. 4-2. Довольно комфортное пока преимущество. 2 гола у одной из команд. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Сергей Милинкович-Савич. Милинкович-Савич вновь получает мяч. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. И вот так у него получается прокидывать мяч точно между ног соперника. У них много вариантов для этой атаки. Главное держать темп. 30 минут играть осталось. И все же мяч перехвачен. Перехват, дальше мяч не пошел. Мяч перехвачен, очень вовремя эта атака могла получиться опасной. Отлично отбор, но кому достанется мяч? Кристи. Вот так они остались без мяча. 20 минут осталось играть. Ворота все ближе. Хорошее движение вперед. Момент для удара. Вратарь выручает команду. И пас перехвачен. Есть вариант развития атаки. Прямо на соперника сыграл он сейчас. Отдал мяч просто так. Классная игра в отборе, и за боковой мяч будут вводить. Аут будет. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Попасть в створ не получилось, защита активно помешала. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Здорово сейчас может контратака пройти. Мяч потерян, теперь он у соперника. До конца второго тайма остается не так много времени. И у нас, скорее всего, известен победитель. Гости постарались и набили внушительную разницу в счете. Разница в 2 гола по такой игре может стать залогом победы. Если соперник не начнет рисковать и не отыграет один мяч в ближайшее время, постой, это может быть очень опасно. Избиение продолжается, теперь разница +3 в их пользу, и на соперника больно смотреть.
Повторяют нам забитый мяч. Не повезло, конечно, голкиперу в этом моменте. От штанги мяч отправляется в сетку ворот. Два, 7 голов забито, оборона сегодня отдыхает. Не так много осталось играть, к основному времени добавлено 2 минуты. Так, а вот сейчас может быть опасно. Штанга спасает, но игра продолжается. Очень вовремя защитник играет на вынос. Центр штрафной, пошла подача. Не получилось использовать этот угловой, мяч покинул. Удар нужен. Гол! Еще один мяч вылетает в ворота соперника. Плюс 4. Это больше, чем разгром. Классный получился гол. Давайте еще раз его посмотрим. Очень мощный прессинг был с их стороны. Буквально они не оставили шансов соперника. Закончен этот матч. Гости отлично сыграли и взяли 3 очка. Никаких шансов они не оставили сопернику в этом матче. Отгрузили им полную сетку мячей, что называется. Очень здорово, что вы согласились ответить на наши вопросы. Спасибо большое. Спасибо большое еще раз. Этот матч сложно переоценить. Вы ведь тоже ждали его с нетерпением. Каким будет итог матча? Все ответы в прямом эфире и ATV. Где бы вы ни были, мы рады вам на футболе. Привет! Как обычно, сегодня для вас в роли комментаторов Георгий Черданцев и Константин Генич. Трансляцию матча 1/4 финала мы приготовили для вас сегодня.
Классный матч нас ждет, Константин. Многие считают сегодня хозяев фаворитами, причем безоговорочными. По такой подводке к матчу могло показаться, что гостям сегодня и приезжать не стоило. 0-3 получили бы и все. Но когда, если не сейчас, показывать, чего ты можешь добиться, чего ты стоишь? Надо в каждом матче выкладываться, не сдаваться, что бы ни случилось. Какой момент! Он открывает счет в матче. Если была ставка на быстрый гол, то она сыграла. Повтор гола у нас. Очень хорошо они в контратаке сыграли перед тем, как забить. Ну, безусловно, этот игрок обладает высочайшим техническим мастерством, чтобы создавать и реализовывать такие моменты. Да, и совершенно непонятно, как защитники так легко дали себя пройти. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Милинкович, Савич. Идут они уверенно в атаку. Можно бить. И это гол! Сумасшедший игра у нас складывается. Два гола подряд они забили. Невероятный матч. Здорово он разобрался в этой ситуации. Оказался там, где нужно, когда нужно, и пробил как нужно. Все довольны такой простотой и полезной игрой в его исполнении. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Родриг. Они продолжают идти вперед. Нужно внимательно играть с мячом. Не получилось сохранить у себя мяч. Милинкович, Савич. Кристи. Это офсайд, атака закончена. Дальше мяч не идет, перехват. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. И есть варианты тут. На месте голкипер. Он подает в центр штрафной. И подняли, по-моему, руки некоторые игроки атакующей команды. Но рано, рано обрадовались. Пол стадиона на ноги вскочило. Даже мы с Георгием подскочили. Оказалось, зря. И пас перехвачен. Немного сзади есть игрок, на него идет навес. Мяч снова разминулся с воротами. Команде никак не удается сократить отставание. В этот раз почти получилось. Время и силы еще есть, и главное прибавить точно. Здорово он в отборе сыграл, будет аут. В очень подходящее время прерывается эта атака. Родригес. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Навешивает он в штрафную. И выносится мяч из штрафной. Да, это совсем не точно. Не смогли удержать мяч.
Не торопится арбитр со свистком, дает играть команда. И почти сразу же еще один фол, теперь точно штрафной. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Мяч в штрафную он направляет. Все просто, вынос. Перехват, дальше мяч не пошел. Обыгрывает он защитника. Берет удар на себя. Ну, никого же рядом не было. Однако мяч сохранить не удалось. Мяч потерян, теперь он у соперника. Спас команду от гола. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Рикошет, мяч уходит за пределы поля угловой. И вратарь спокойно забирает мяч. Ну, будем откровенны, удар акцентированным и сильным не вышел, поэтому здесь голкипер сыграл просто уверенно и надежно. На этом первый тайм заканчивается. Судья отправляет команды на перерыв. Продолжается наш матч, второй тайм. Какой своевременный отбор. Ну-ка, наказать за такую потерю голом. Родригес. Сами отдали мяч сопернику. Есть вариант развития атаки. И мяч переходит к сопернику. Не стал давать свисток арбитр, прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Свисток промолчал, значит, можно продолжать игру. Сергей Милинкович Савич. Глубокая и насыщенная линия обороны. Такую сложно будет пройти. И перехвачен мяч, иначе опасно могла атака это сложиться. Двойная замена у нас призвана в первую очередь освежить игру. Yeah.
Эффективен высокий прессинг сейчас. Удар! Удар заблокирован. Отлично сыграно. Без проблем проходит соперник. Это угловой. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Судья все видит, но дает атаке продолжиться. Хорошее движение с мячом. После такого подката сложно рассчитывать, что не будет наказания. Отлично играет вратарь и спасает свою команду. Замена у нас будет. Атака прервалась на подступах к штрафу. Они продолжают идти вперед, ищут варианты для развития атаки. Обостряет в сторону штрафной. Есть удар. Отличное спасение. Вратарь молодец. На замену решился тренер. Центр штрафной, пошла подача. Мяч перехвачен. Дает арбитр игру продолжить. И тут может что-то получиться. Классный пас, можно двигаться дальше. Ну как же так? Такой момент, чтобы вернуться в игру. Обиднейший промах. Не знаю, будут ли еще такие шансы забить. Еще достаточно игрового времени. 10 минут. Ищут они разные варианты для атаки. Чтобы забить с такого расстояния, нужно ударить сильно и точно. Чего не вышло? Может, и не стоило прямым ударом попытаться забить, а перехитрить надо было вратаря. 5 минут осталось до конца этого матча. Очень вовремя он сыграл на перехвате. Не так много осталось играть. К основному времени добавлено 2 минуты. Получается сыграть на перехвате. Требуют трибуны удар. Гол! Они забивают еще один мяч в ворота соперника и делают разницу в счете разгромной.
Зарядил свою пушку страшно и пробил, что есть мочи. Такие не берутся обычные. Хорошо, что мяч сразу влетает в ворота, а не кого-то задевает по пути из игрока. Раздается финальный свисток арбитра. Наш матч завершен. Для кого-то плей-офф продолжается, а для кого-то пришло время подумать над своей игрой. Образцовый матч в атаке они провели сегодня. Их нападающие прошли, по-моему, всеми путями к воротам соперника и забивали на любой вкус. Такая игра им пригодится в следующем раунде. Он может быть доволен своей игрой. Здорово сегодня помогал команде. Хорошее он завершение атак, конечно, и помог команде своей сегодня выиграть. Спасибо большое, что уделяете нам время после матча. Спасибо, что нашли время.